прибывает уже? Да. Он будет стоять еще 8 минут, получается. А, нам еще вниз. Вот это я понимаю, февраль. Mm-hmm. Нет. Сейчас нужно ретивированную реакцию, наверное, снять. Mm-hmm. Да? Смотри, там все что-то едет. Вон там. Видишь, что там такое едет? Поезд? Поезд, да? Ничего себе! Ты видишь, да? Так, готовы? Зерноградская фазочка. Точно? Наверное. Поехали в Зеленоградск. Пошли. Мы в Зеленоградске. И мы забыли соску. Да, это наше включение. Окончено. Поэтому, да, поставили под угрозу все мероприятие. Скажи еще раз ням-ням. Вкусно? Вкусно? Парень хочет спать, но не может. Да не может, все может. Станция Рощина. Следующая остановка Куликова. Station Рощина. The next stop is Куликова. Уважаемые пассажиры, посадка окончена. Поезд отправляется. Следующая остановка Куликова. Dear passengers, boarding is completed. The train is departing. The next stop is Куликово. Мама. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Куликова. Dear passengers, the train is arriving at Куликово. Так, мы вышли. Надо сказать, мы специально выбрали вагон, ну, типа, с пандусом, но пандуса нет. И прикол калининградских электричек в том, что везде на всех станциях приходится коляску спускать с уровня собственного роста. Нет, можно же вызвать персонал, там же есть кнопка специальная. Можно вызвать помощников. Все, поехали. Море у нас вот там. Ох, ровные дороги. Да. Что за чудо. Происходит это вот так вот. Люди любого возраста должны проходить через это каждый раз.
Свершилось, мы спускаемся к морю. Юра впервые увидит море сегодня. Юраша. Чтобы вы понимали, какой крутой спуск. Он очень крутой. Просто мою позу боком сними, я иду на полусогнутых. Правительство, когда сюда приезжает. Там море. Вот там вот. Надо парню капюшончик накинуть. И нам тоже. Короче, ты сейчас будем увидеть. Во всей красе. Если я не ошибаюсь, здесь еще и музей Дом рыбака. И поесть, и музей. Ступенька. Когда я была здесь, тут был ремонт. Именно прямо вот на этой вот площадочке. Понятно. Пойдем туда завернем. Можем пойти туда, можем пойти туда. Там набережная кончается и пляж начинается. Пойдем. Ну пойдем, выйдем к столам вон туда. Какие волны, нифига. Ого. Сейчас вот. Так, Юра. Что дальше, пойдем. Смотри. Надо сказать, что три дня, как объявлено, штормовое предупреждение. Только сегодня погода улучшилась, но волны, конечно, неистовые. Это море, Юраш. Море. А? Чайка? Ветром сдувает, да? Ага. Там голубь, один голубь отбитый. Одел. А? Без одного луча. Ты снимаешь, да? Да, да. Коля, Коля. Давайте. Стоп.
получится. Смотри сейчас. Юра, смотри, какой фокус будет. Смотри, Юраш. Юраша, смотри. Ух ты. Офигеть! Вот это четкие какие! Офигеть! Да-да! Да, вот пулю покорми. Пулю покорми, на, держи. Пусти дальше, пройдем. Походим еще. Давай еще здесь походим. Давай. Офигеть, какие. О, как видишь игроки, да? Да, хочешь. Коля будет кормить, Коле тоже понравилось. Ты ему так вот помаши. Юраше гулям дадим. Дадим гулям, смотри. Смотри, Юраш. Гули, 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 гули. Пока Коля кормит чаек, Юра кормит голубей. Мы все изучаем набережную. Прошли значительную ее часть. Пытаемся усыпить Юру быстрым шагом. Зачем-то Таня показала на канализационные люки. Тут есть еще фуникулер, но мы его не видели пока что. Он совсем небольшой. Но он есть. Это локальная стройка века. Интересно будет посмотреть, что это получится такое. Ух ты, а тут у нас палубная доска практически. Строительство лифтового подъемника для обеспечения доступности променада маломобильными группами населения. Две лифтовых кабины вместимостью 20 человек каждая. Круто, то есть это не частный дом, а это просто общественные лифты. Это круто. Таня идет уже навстречу. Усиленно качает Юру, значит, он еще не спит.
А с полным ходом тут съемки. В общем, Таня умудрилась Юру усыпить. Парень сладко спит под шум прибоя. Вот в этом углу прекрасно мы сейчас довольно фоткались поочередно. Конечно, вид просто потрясный. Мы задумались даже о том, чтобы снять где-нибудь здесь жилье. Электричка до Калининграда идет утренняя, 20 минут. А от Северного вокзала мне до работы идти 5 минут. Соответственно, мы можем попробовать найти жилье где-нибудь здесь, поближе к морю. К тому же скоро весна, лето.